Сегодня в Казани прошел митинг «Вместе против террора». Жители столицы республики вышли на Кремлевскую набережную, чтобы выразить свою поддержку петербуржцам. Напомню, 3 апреля в метро Северной столицы произошел теракт. В одном из вагонов разорвалась самодельная бомба. Она унесла жизни 14 человек. Более 50 пострадали. Многие из них до сих пор находятся в больницах. Казанцы, чтобы поддержать петербуржцев и тех, кого коснулась эта трагедия, сегодня приносили цветы, зажигали свечи и оставляли их возле импровизированной стены памяти. Цель очень простая – поддержать людей в Питере, которые сейчас боятся, которые, ну, у нас тоже есть небольшой страх, конечно, но я думаю, все будет хорошо. Хочется поддержать всех питерцев с их большой трагедией. Очень жалко, конечно, всех погибших и родственников, близких людей погибших. Нужно просто сплотиться, чтобы люди все сплотились и чтобы все были дружны. И поэтому, мне кажется, нам всем нужно сейчас пропагандировать мир и согласие, как это, по-моему, ну, то есть всегда у нас было в Татарстане. Также память погибших сегодня почтили минутой молчания. На сцене выступили представители различных конфессий, политических движений, общественных организаций, молодежных объединений. Мы объединяемся против всего этого. То есть мы вместе, и нас этими с низкими событиями не запугать. Мы вместе, и я уверен, что мы выше всех этих низких мыслей, которые применяются террористами. Подобные митинги в поддержку жителям Петербурга пройдут и в других городах Татарстана. В частности, 8 апреля митинг «Вместе против террора» пройдет в Набережных Челнах. Альмира Низамова, Андрей Ключников, телеканал «Эфир».